У меня последнее время побаливает один зуб, поэтому я пришел в Диалдент к Юлии Александровне Борисовой на консультацию. В 2013 году мы делали мне КТ. Здорово, когда пациент долго наблюдается в одном месте, и вся база его снимков, данных, рентгенограмм находится в одних руках. На моем старом КТ мы хотели посмотреть, как выглядела та зона, которая меня сейчас беспокоит. После того, как мы посмотрели старое КТ, не увидели на нем никаких особенностей, мы провели осмотр в полости рта. При осмотре Юлия Александровна обнаружила один проблемный зуб и показала мне его в зеркало. Потом мы с ней обсудили различные варианты решения вопроса. Так как этот зуб восьмой, зуб мудрости, есть несколько вариантов. Лечение или удаление, все это было нами обсуждено. Хорошо, когда доктор обаятельный, приветливый, симпатичный. Таким доктором приятно иметь дело, даже если у тебя болит зуб. Сейчас мы пойдем делать КТ. Юлия Александровна смотрит расписание, когда может меня записать на лечение. После того, как мы определились с расписанием, мы приступили к фотографированию моих зубов. Дело все в том, что внутриротовая фотосъемка – это основа основ диагностики. Мы в Диалдент всегда фотографируем зубы до и после и показываем это пациенту.